Алексей, ты хоть поддайся маме. Угнаться за Лешей теперь не в силах даже мама. В его ежедневном расписании этой зимой все развлечения, без исключения. Трудно поверить, но всего полгода назад этот шустрый 13-летний мальчик веселиться, как все дети, позволить себе просто не мог. Страшная усталость сковывала Лешу после нескольких минут активных движений. Печень мальчика с рождения поражена смертельным вирусом – гепатитом С. Этот ласковый убийца, незаметно для окружающих, каждый день отнимал силы и забирал здоровье. Леше грозил цирроз или рак, но тут вмешались вы, неравнодушные. Душные зрители и читатели. Отправляя смс-сообщение со словом «Чудо» на номер 7878 или жертвуя свои средства через интернет-сайт www.helpdefeatchildren.net, за несколько дней удалось собрать 600 тысяч рублей. Именно столько средств требовалось для покупки дорогостоящего лекарства, которое навсегда избавило Лешу от смертельного заболевания. У меня здоровый ребенок. У меня ребенок, мой ребенок болел 13 лет. И был какой-то момент, то, что не было лекарства, эта болезнь была неизлечима, а сейчас мой ребенок здоров. Это счастье, огромное счастье. Я не могу его описать словами, оно здесь ощутимо. Делать пируэты пусть не на льду, а дома, теперь под силу и Диме Филиппьеву. В этой коляске с электроприводом впервые за 13 лет мальчик обрел долгожданную самостоятельность. Вот джойстиком вот так, туда-сюда. И звоночек есть, так и пикать. Из-за редкого генетического заболевания, спинальной амиотрофии, мышцы Димы настолько слабы, что он едва ли когда-либо сможет встать на ноги. Любое движение может внезапно обернуться травмой. Однако хрустальный мальчик, как и все дети, мечтал ходить по квартире, самостоятельно садиться за свою домашнюю учебную парту и отправляться на прогулки в любимый парк. Эту мечту стоимостью более 200 тысяч рублей удалось исполнить благодаря вашей помощи. Эмоции были вообще восхищенные. Вот, очень довольна, он такой радостный. Я буду ездить по квартире, я буду все видеть, я буду все знать. Каждый день садится по 2-3 раза ездит, когда свободное время. Вот, везде и всюду. Мы всем благодарны, что нам очень много помогли. Много – это не только чудо-коляска с электроприводом. Это еще кислородный концентратор, благодаря которому Дима сможет дома справляться с гипоксией, годовой курс жизненно необходимого лекарственного препарата и специализированная кровать. Такую большую новогоднюю посылку здоровья удалось собрать всем миром не только для Димы, а для десятков детей из разных уголков большой страны. И сегодня эти малыши, благодаря именно вам, делают свои первые робкие шаги, садятся за учебную парту или отправляются на долгожданную прогулку с родителями, которые однажды не побоялись рассказать всему миру о своей беде и попросить о помощи. Благотворительный фонд «Дети России», добрый день. Выслушать всех и оказать поддержку каждому. Так не работает, живет благотворительный фонд «Дети России». Ежедневно сотрудники фонда занимаются поиском путей оперативного решения проблем каждого ребенка. Однако главными здесь остаетесь вы, те, кто не может пройти мимо чужой беды. Благодаря тысячам неравнодушных людей, которые, посещая больницы, торговые центры, кинотеатры и фитнес-залы, не отворачивались от возможности помочь, а также тем, кто принимал участие в благотворительных мероприятиях, или жертвовал свои средства через смс-сообщение или интернет-сайт, в 2016 году удалось собрать более 35 миллионов рублей и помочь 94 детям продолжить борьбу за жизнь. А борьба Алены Ситниковой за право говорить теперь проходит под музыку. Эти специализированные занятия на развитие речи и двигательной активности девочка с редким генетическим заболеванием синдромом Жубера смогла посещать после того, как именно вы подарили ей билет за эту импровизированную парту. Благодаря тому, что нам оплатили курсы, мы добавили еще музыкальное развитие для ребенка. Она очень любит музыку. Ребенок раскрывается во время занятия. Ну и вот, и это видно в плане интеллектуального развития. Если будет развиваться интеллект, то мы надеемся, и наши движения тоже начнут развиваться. Учатся говорить и десятки детей после кохлеарной имплантации. Рожденные слабослышащими или глухими, после долгожданного возвращения слуха все эти малыши нуждались в реабилитации в специализированных центрах. Оплатить курсы стоимостью 150 тысяч рублей помогли именно вы. И сегодня эти ребята могут посещать обычный детский сад и впервые, как все, с трепетом и волнением рассказывать Деду Морозу стихи и загадывать желания. И тех, для кого в минувшем году именно вы стали главными не сказочными, а реальными волшебниками, десятки по всей стране. Десятки детей России, которым вы подарили эти улыбки.